Телеканал «Россия» запускает новое шоу «Синяя птица. Последний богатырь». На сцену выйдут молодые таланты страны, в их числе наш земляк, 9-летний Валера Кузаков, который вместе с родителями недавно был приглашен в московскую студию канала «Якутия-24». О семье Кузаковых расскажет Наталья Сазонова. Все члены семьи Кузаковых родом из Якутии. Переехав в Москву, они стали серьезно заниматься продвижением своего талантливого мальчика в разные творческие телепроекты. Я участвую в проекте «Синяя птица». Мы для начала пошли в «Голос», подали заявку. Мы не прошли кастинг, и потом пришли в «Синяя птица». Ну и все, начали потихоньку, и так вот тут дошли до Любовь Юрьевны Казарновской. И она нам дала напутствие, говорит, у мальчика есть природный дар. Валерий очень любит песни, которые несут в себе какой-то смысл, которые идут от души. И поэтому он всегда тяготеет к русским народным песням. Если итальянские, мы поем песни. И я думаю, что в культуре якутов тоже найдутся песни, которые он мог бы взять себе в работу. И думаю, прекрасно бы с ними справлялся. О, море, море! Преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с тобой. Несмотря на то, что в Москву Кузаковы переехали, когда Валера был совсем маленьким, знания о республике у него довольно серьезные. Там есть ленские столбы, рыбы очень вкусные. И там есть река Лена, считается самой большой рекой.